Только в Абакане пройдет два праздника в одном. Сначала традиционное возложение венков у Стелы Победы, затем торжества переедут на Первомайскую площадь. Тут правительство обещает для ветеранов отдельную крытую ложу с подогревом. А еще перед Серым домом появятся огромные экраны, на них будет транслироваться Московский парад Победы. Кстати, правительство обещает, в этом году каждый житель республики сможет в интернете смотреть онлайн, как праздник отмечается в других местах Хакасии. Еще один интересный факт. Праздничный салют кабинет министров решил давать из пушек. За спрос денег не берут, надо попробовать, во всяком случае, спросить, вдруг получится. И будем обращаться, возможно, и в Министерство обороны.